И снова здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики. Сейчас я хотел бы вас ознакомить с петицией за отстранение президента России Владимира Путина от занимаемой должности. Данную петицию составили и представили нам жители Хабаровского края. Именно они требуют отставки Путина в ближайшее время. Отстранить президента России Путина ВВ от занимаемой должности в связи с утратой народного доверия. 20 июля 2020 года президент России Путин ВВ указом отстранил от занимаемой должности выбранного народом большинством населения Хабаровского края губернатора Хабаровского края Фургала Сергея Ивановича с формулировкой «в связи с утратой доверия». «Мы, жители Хабаровского края, да и всей страны в целом, считаем, что дело, которое следователи завели на Фургала, сфабриковано от начала и до конца, и что реальной причиной возбуждения уголовного дела и спешного снятия его с поста губернатора Хабаровского края является то, что президент России Путин ВВ элементарно испугался прямой и честной политической конкуренции на выборах 2024 года». Также причиной для сфабрикованного уголовного дела может являться то, что президент России Путин ВВ лоббирует интересы олигархов Ротенбергов, а супруга Фургала Стародубцева является держателем 25% акций завода «Амурсталь», и при посадке ее мужа, губернатора Хабаровского края Фургала, на нее проще осуществлять воздействие в плане продажи оставшейся 25% доли завода ставленнику Ротенбергов Бальскому. Также на явную фабрикацию уголовного дела указывает то, что адвокат Фургала Богомяка абсолютный ноль и специально не защищает своего подзащитного. Также на явную фабрикацию уголовного дела указывает тот факт, что все заседания суда проходят в строго закрытом режиме. Также на явную фабрикацию уголовного дела указывает тот факт, что основной свидетель обвинения бывший бизнес-партнер Фургала Мистрюков Николай был помещен в СИЗО в ноябре 2019 года и по сей день ему из раза в раз продляют арест, хотя суда еще не было, а состояние его здоровья резко ухудшилось после помещения его под стражу. У него нашли рак и он ослеп на один глаз. Президент России Путин ВВ предпочел не обращать внимания на протесты граждан против ареста народом выбранного губернатора Фургала и банально неделю делал вид, что он не в курсе событий, не обращался к народу с экранов ТВ и вообще только крутил ручку в эфире. В связи с вышеизложенным мы, народ России, считаем, что Путин ВВ не исполняет в полном объеме взятые на себя обязанности президента России, не реагирует должным образом на народ, его выбравший, отстаивает интересы группы олигархов, а не своего народа, который якобы его выбрал большинством голосов. А значит, президент России Путин ВВ утратил доверие народа, его выбравшего, и должен быть отстранен народом от занимаемой должности в срок до 2 сентября 2020 года. Мы считаем, что должны быть досрочно проведены выборы президента России, и за руль управления страной должен стать честный и ответственный человек, не боящийся своего народа, а уважающий и любящий его, как отец любит своих детей. Отстранить президента России Путина ВВ 1 сентября 2020 года от занимаемой должности в связи с утратой доверия народа России. Провести досрочные выборы президента России. Вот о чем заявили представители города Хабаровска и Хабаровского края. Мы также присоединяемся к этой петиции, но это еще не все, что вот написали жители Хабаровского края. Конечно же, есть много других моментов, на которые стоит обратить внимание. Это и раздача земель, наших российских земель, почти 500 тысяч квадратных километров за время правления Путина и Медведева были отданы иностранным государствам. Также нужно говорить и о диктатуре, и о том, что свободы, наши с вами свободы, просто-напросто уничтожены. У нас нет права избирать и быть избранными. Это все узурпировано властью. Сейчас, когда 3 дня будут голосовать и самым настоящим образом будут проходить самые массовые фальсификации, ну, как это можно сейчас назвать, действительно выборным каким-то процессом. Естественно, мы переходим в новую фазу борьбы с властью и борьбы власти и народа. Мы видим, что власть не обращает на народ никакого внимания. Они пытаются нас с вами задабривать какими-то подачками вроде вот 10 тысяч рублей, еще чего-то, 5 тысяч рублей, какими-то надбавками к пенсии в 200 рублей. Но народ это видит, что это все ложь. Народ видит, что как относится к народу. Естественно, никакие подачки в форме вот этих вот минимальных надбавок, каких-то там поощрений, никак не могут изменить мнение россиян о Путине лично и о всей системе.
Ну что ж, уважаемые зрители, кто хочет, присоединяйтесь к данной петиции, мы присоединились, надеюсь, многие из вас также присоединятся. Я повторюсь, что огромное количество людей уже подписало данную петицию. Ну что ж, а 1 сентября ждем, что скажет народ Хабаровска по этому поводу. Всего доброго, до новых встреч!